и еще про Тирану. И в самом центре, рядом вот с такими интересными оригинальными высотными зданиями, встречается и православная церковь, вот с такой интересной часовней. Вы когда-нибудь видели такую православную часовню? И эта часовня находится вот при таком храме. Ну что ж, это очень современно. А мы идем дальше. И давайте сходим внутрь и посмотрим, как там внутри. В центре Тираны зашли мы в храм. Причем храм достаточно оригинальный, с современной архитектурой. То есть явно они тут отходили от разных, наверное, канонов, хотя я не сильно большой в этом специалист. То есть такой большой ровный купол один.